сейчас. Словно пить. Вот это жесть! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Маквейт, Гусанёк, Думыч, пацаны, поздоровайтесь. Привет. И всем привет. Всем здорово. Ребятушки, сегодня у нас GTA 5, каскадерские гонки, веселье, угар. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем гоняться. Ну что, ребятушки, первая гонка на мотоциклах и очень классная карта. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день, и кто смотрит на моем канале... Все больше и больше разнообразных игр мы записываем. Ну что, пацаны, я должен победить. Полетели. Ого, у вас там крутые байки. Я какой-то рахит на себе взял, что ли? Я тоже взял. Ну ничего. Сейчас будем мы играть на умения, потому что я должен всех сегодня сделать. Всех. Вот, смотрите, я их догоняю. Пошел в жопу, щенок. Не-не-не, пацаны, я первый, ура. Напишите в комментариях, кто же из нас самый первый приедет в этой гонке. О, блин, солнце слепит. Уху, блин, это жесть! Ага, шифтом наклонять моток, так я помню, Ctrl и Shift. Вот это класс! Люблю такие гонки. Надеюсь, ребят, вам тоже понравится этот рельтосик. Ты смотри, что делается. Так, красиво входим в поворот. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет все жестче и жестче, и классные карты у нас будут. Это пока есть такая, знаете, лайтовенькая. Кто-то врезался! Пути настроя. Один отсеялся. Отлично! Так, это у нас Гусанёк, насколько я вижу, летит. Так, а здесь куда? А, вижу. Блин, а чё не докосячил? Налево-направо? Давайте налево поедем. Я должен первый приехать. Так, я пока есть второй. Эй, отвали! Нет. Третий уже? А где ж первый? А это Сань, наверное, первый. Мотоцикл еле едет в горку. Что за рахит у меня мотик такой? Ну давай, мотик, едь! А чё, у меня бензика нет? Или так и должно быть? Ничего не въехал. Наверное, очень большой уклон, что мотоцикл не тянет мой. О! Я еще люблю гонки, где есть парашюты, всякие там приколюхи, прыжки на машинах, через всякие препятствия. Надеюсь, в этом ролике эта карта попадется нам. Ох, впереди, смотрите, что нас там ждет. Вот это прикольчик. Пошел в жопу. Отвали. Эй, я из-за тебя чуть на ускорение не доехал. Блин, туда, если закосячить с ускорением, то все. Слился. Блин, ну не тянет в горку мотик. Вообще не тянет. Слава очень едет. О, уже, вот это мне уже нравится. Блин, засмотрелся. Я засмотрелся на экран. Мне какая-то фигня высветила слева. 15 обгонов. Блин, зачем вы меня отвлекаете? Теперь я четвертый. Это все из-за Гусанька, блин. А что я? Да надо кого-то обвинить. Я же хочу, чтобы... Ну, не я был виноватый. Это ты мне какие-то сообщения шлешь специально, а я отвлекаюсь. Что неправда. Да, это все правда. Блин, да неужели я четвертый приеду? Нет. Так не должно быть. Я затормозил. Тут прям надо так красиво приземлить. Саня, подрезаешь меня? Давай, Санек, подрезай всех, пожалуйста. Блин, я вообще никого не вижу. О, я третий! Я третий! Класс. Так, давай, давай, моточик мой. Лети со всей силы. А шифт не ускоряет здесь, не? Нет. Шифт это, ты поднимаешь колесо наверх. Ага, понял. Нет, так шифт это вроде ты придавливаешься к земле. Это Ctrl поднимать. Да, Ctrl поднимать, а шифт это... А я будто, знаете, как прижимаюсь, такое ощущение немножечко. Ой-ой-ой, да что ж ты делаешь? Блин, ребята, вы видите, что творится? Специально мне врезался в бочину. Да я знаю, так здесь придумано. Продумано все до мелочей, чтобы друг другу мешали. Никто из подписчиков не ожидал, что буду записывать GTA 5, поэтому зашло мало людей. Но ничего, следующий ролик по GTA 5 уже, наверное, будет очень много людей. Да не, ну я не хочу четвертым ехать. Мне как-то это вообще не нравится, если честно. А если буду с контролом? Нет, контрол не... Есть! Есть! Третий! Так. Ай-яй-яй-яй-яй, красота!
Отлично, отлично. Все, это сейчас финиш будет, нет? Нет, еще не финиш. А еще не финиш. А я знаю, видишь, проверял, тоже заметил. Так, вот здесь вообще надо по красоте. Пойдет. Он сзади, он прям в притирочку сзади летит. Ой, хорош, хорош. Так, давайте здесь налево поедем, чтобы друг другу... Ну смотри, что делает. Мешает мне ехать. А кто это сзади врезается в меня? Отвали, отвали, пожалуйста. Дай приехать хотя бы третью. Гусоня, как всегда, видите, считерил и едет первым. Нет, это я уже есть, я третий, наконец-то не последний. Блин, ну я, конечно, накосячил там. Гусоня, видите, прислал сообщение мне. Я не знаю, надо же кого-то обвинить. Ребята, если вы знаете какие-то очень классные карты на прохождение или вот такие экстремальные гонки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы их обязательно добавим тебе в список и поиграем их в следующем ролике. Я даже, если классная карта, скажу, кто мне ее скинул. Ребята, еще жестче трасса. Надеюсь, сейчас я приеду первый. Сейчас, конечно, будет сложновато. Уже не будет легко. Но карта, конечно, замудренная и просто крутецкая. А че я первый стою? Потому что я создал ее? Смотрите, как я красиво стартану. Они просто ставят первых, кто самый круто ездит просто в GTA-шке. Тех самых первых ставят. Я не знаю, почему так придумал на ходу, как всегда. А тут уже вылететь можно. Здесь уже прям, знаете, ребята, накосячил, приехал последний. Поэтому косячить нельзя ни в коем случае. Ух ты, ты чего? А, тут же слипстрим. Да, типа можно за мотоком ловить? Да-да-да, вот я ловлю ветер. И поэтому, щенок, ты улетаешь. Ух ты, еще чуть в скалу не врезался. Ха-ха-ха, я буду первый. Слышь, отвали, отвали. Эй, ты что, хочешь, чтобы я пыль глотал? Нет, такого не будет. Блин, тут реально вылететь можно. Да, Гусаняк, не вылетел? Ах ты, зараза, блин. Я думал, ты вылетишь. Было бы очень круто. Очень. Слышь, ты. Шумахер. Ух ты, как, блин, мотик надо ложить. Ребята, очень опасная гонка. О, кольцо. Ух. Красиво, красиво летим. А что за звук? Прикольно. Блин, еле заезжает этот рахит. Ну тут, конечно, гонки вообще классные. Блин, круто сделано. Давно не играл я в GTA 5 такие прям экстремальные гоночки. А Гусуняк, смотри, отрывается, зараза такой. Так, а это куда нам сейчас надо? Ну вот, по стенке заезжать прям надо, ты видишь? А у тебя не отображается, что ли? Нет, отображается, я вижу. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Ой, блин, я вообще сначала тоже не въехал сначала, куда ехать. Не въехал, куда ехать. Блин. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вам нравятся такие гоночки. И вообще, GTA 5, нравится вам или нет? Мне нравится GTA-шка. Давно мы ее не записывали. Надо разноображивать канал разными игрушками. Нравится GTA, когда я еду первым. Ну, ты сейчас сольешься. Это я специально тебя пропускаю вперед, чтобы друг друга не мешали. Блин, а чуть не вылетел, если честно. Накануне. Все, пора уже, знаете, ребята, его делать. Пошутили и хватит. Согласен. Мы с Гусаньком, видите, как хорошо оторвались? Блин, здесь такая узкая вот дорога. Здесь надо прям идеально ровно лететь. Ух ты. А что это за паровоз там? Катер какой-то приближался. Так, догоняем Гусанечка. Ну что, Гусанек, последние твои слова. Первым. Я буду первым. Да не, щенок. Я первый буду. Как я тебя сделал? По красоте в воздухе, ребята. Хорош, шутки прочь. Тупо лупашим на все бабки. Ты что, офигел? Слышь, ты прям перед финишем. Блин, я удивлюсь, если ты мне так бы в следующий раз сделаешь, когда уже будет финиш. Блин, да я тебе хотел скинуть с трассы. Короче, надо мне какое-то западло тебе делать. Только так я смогу выиграть. По-другому я не выиграю, ребята. Так, надо придумать, как же его сделать. А ты притормозил сейчас или нет? Нет. А то я так легко как-то тебя сделал. Это было очень странно. Улетел? Нет, нет. Блин, я врезался. Ё-моё. Видите, ребята, вот так хоть хочешь сделать одному западло, а сам попадаешься. Так, ну все уже.
Пора уже не косячить, а прям красиво ехать. Сейчас, конечно, начнется такая карта интересная. Особенно там участок такой с искажениями. Да думаешь, ну блин. Что вы там, за четвертое место боретесь? Я его скину. Мы с Гусеньком за первое боремся. Ой, красиво приземлился, какие-то там аж запчасти повылетали у меня. Чё это за звук такой странный? Ой, красиво приземлился. Блин, мотоцикл колбасит на вот этих вот подъемах. Наверное, предупреждение, куда ехать. Да? Да. Ну да, и пароход там жужжит постоянно, непонятно чё. Так, всё, Гусенька уже пора делать, потому что мне надоело вот это его первое место. Ну все, гусенечек, я первый. Хи-хи-хи, ты не врезался там, не? А, ты что там буксуешь? Гусенек, ну что там, нормально все? Хи-хи-хи, я первый! А что ты там вздыхаешь? Ты расстроился, да? Фига ли ты должен быть первым, вот объясни. С чего вдруг? Ну вот, для баланса вселенной. Все, Гусенек, я вылетел, сейчас ты меня обгонишь. Ты рады? Нет. Я пошутил, я не вылетел. Я не вылетел. Ты ненавидишь, да, меня? Да я вижу, да. Далеко я от тебя оторвался? Да, я еще и вылетел. Ребята, классяк, классяк. В следующий раз мы, конечно, соберем очень много людей. И будет уже прям, знаете, 8 игроков. Было, представьте, если восьмером, да, все-таки было бы классно. Ну вот, никто не знал. Был бы турнир. Ну ничего, нежданчик — это самая интересная штука, что может быть. Ничего, мне даже нравится с вами посоревноваться. В этом есть прикольчик такой. Я врезался, Гусенек. Я умер. А как сброситься? Блин, ребята, я тупо накосячил, представляете? На, F зажать. Я вылетел с трассы. Блин, знаете, вот это радуешься за кого-то и сам вылетаешь. Ну трасса сложная, сложнее, да, чем первая? Да. А сейчас я еще сложнее возьму. Я первый! То, что я деньги покупал. Ну что, теперь я должен всех вжучить еще раз. И тогда будет удачный ролик. Я должен всех сделать по красоте. А что, вы уже там газуете на все бабки? А теперь я уже не первый, видите, рандомно ставят. Я первый. Порадуйся. А вот, ребята, с гонками я получше дружу, чем с мотоциклом. У меня в реальной жизни есть еще права, видите, что творится с пацанами. Сейчас мы их сделаем. Главное, что не спешить. Вот видите, что они делают, ни себе, ни людям. А ну все, щенки, пока. Ой, я знал, что не накосячат, я был уверен в этом. Саня, блин, Саня. Так, подождите, а, контр. Тихо, машина. Машина. Все, есть, поймал. Это было эпично. Это было четко, что я ее поймал. Я прям слышу, как сзади кто-то летит. Да, вот видите, что делает? Полудурок. Ну зачем ты это сделал? Ну блин, видите? Все, я с тобой не дружу. Ты плохо поступаешь. Представляете, что сделал? Взял меня с карты, выкинул. Вот так, я к ним со всей душой. По-хорошему. А теперь придется тебе выиграть, понимаешь? Теперь только так. Сейчас посмотрим, что там будет. Может, он накосячит. Ну-ка, я даже уверен. А кто меня скинул вообще с карты? Я. Думгай. Видите, не может выигрывать по-честному. Грязная игра у него, понимаете? Обычно я всех... я не скидываю никого. О, смотрите, еще один. Да ну не скидывай, пожалуйста. Ты сам говоришь? Потому что ты сам подлез. Я ехал прямо, ты сам подлез под мою колесо. Ой, красиво. А так и задумывала, что в трубу заехать? Может, у меня машина медленная какая-то, не? Или так это типа для баланса, да, так сделано? Да, для баланса вселенной. Я понял, мне эта фраза нравится. Опа. Так, здесь надо прям четко. Ой, это блин. Ой, красиво приземлился. Ну, с виду такая тачка вроде быстрая, а едет как рахитка какая-то. Мне кажется, она в одиночке, или когда вот не в гонках, она быстрее едет. Ой, красота. Так, я уже догоняю. Я уже догоняю пацанов, поэтому сейчас будет у нас драка за первое место.
Ё-моё, ну ты что, ты видишь, что он делает? Ну хотя это я сделал. Блин, это жесть. А, пока он там петляет, все нормально. Я второй. Гусунёк, ты первый? Я первый пока что. А, ну все. Что там дальше, жестко? Ну, я лечу сейчас. Вот это жесть! Вот это? А тут парашюта нету? Не-а. Так, выравниваем тачку сразу заранее. Вот, четко идеальное приземление. Практически. Вот это был полет эпичный, да? Прям вообще круто. Сейчас еще будет полет. Так, догоняем гусанька. Потихонечку я уже его чуть-чуть и догоню. Финиш. Я уже лечу к финишу. А так это не это финиш разве? Они будут второго круга, да? Да. Да блин, я хотел еще второй круг. Ребята, четвертая гонка должна быть более эпическая, потому что мы взяли еще круче карту. Вот сейчас я должен все сделать. Блин, как-то тачки здесь круто выглядят. Просто обалденно. Прощайте, щенки. Так, сейчас мы сделаем как в тот раз. Немножко их вперед пропустим, они там накосячат. Ты что, на тормозе стоял или что, тебе в жопу въехал? Эй, ну вот зачем? Видите, с кем я играю? Такие, как я все. Жоподлисты, жопоглисты. Ну ничего, они сейчас там накосячат, потому что в любом случае гонка очень сложная. Видите, первый ушел уже. Понакупляет прав себе. А кто-то был на красной тачке врезался? Тихо. Осторожно. Вот. Ой, круто, блин, прикольный такой, знаете, зигзаг такой. Мертвая петля. О, опять какая-то сирена. Я не понимаю, что мне с камеры сейчас рыгать буду, блин. Ой, красиво. А чё я первый? А я первый, пацаны. Сейчас будешь повторять. А кто там остановился? Я так и не понял. Это я случайно. Это я случайно. У меня вылезло выйти из сессии. А чё у тебя машина быстрее, чем у меня? Объясни. А, ты слипстрим ловишь, да, со мной просто? А я уже вылетел. А, ну вот, вот видишь, к чему приводит неумение ездить на классных тачках. Пока, Думгай. Так спокойно она едет, знаете, такое ощущение, что на каких-то жигулях еду. Почему она такая медленно? Я так понял, для того, чтобы баланс был, я переостанавливаюсь, а вы быстрее едете сзади, чем я. У меня такое ощущение, что так и разработчик так задумал. Думаешь? Ё-моё, ничего не понимаю, что с картой? У-ху-ху-ху. Знаешь, почему у меня ник Маквейн? Потому что Маквейн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что с машиной произошло? Она как рахитка начала мне ехать. Пацаны, вам сейчас там час карты очень понравится. Ты тоже занесло тебя там, да? Да. Там, наверное, всех заносит. Что-то у меня с машиной-то вообще колбасить начало. Что-то странно, короче, себя повела. Наверное, там так задумано. Или я просто рахит. Нет, тогда мы с Гусеньком вдвоем рахиты, раз так понесло машины. Да блин, а почему он ударился? Ребята, вот... Что значит, умеешь классно ездить на тачках? Кайфуешь себе просто. Спокойно едешь себе 50 километров. Такое ощущение, что я еду. Первый круг есть. Второй решающий. Пацаны сзади там нюхают пыль. Ты сейчас будешь ее сам нюхать. Чего ты это взял? Даже опять будет там петли, ты накосячишь там. Или врежешься вот тут где-то в барьер, в забор. Смотрите, я уже знаю, как здесь проезжать. По красоте. Пролетели. Ой-ой-ой, вот это эпические кадры. Ого, я чуть чувака не врезался, он там летел. Погусоняк, ты, наверное, летел? Вот было бы классно, если бы в тебя врезался. Давайте четко на колесах приземлись. Вот, идеальное приземление. Просто идеальнейшее. Никого не вижу. Блин, посмотрел назад и врезался. Нельзя отвлекаться, ребята. Нельзя ни доли секунды отвлекаться. Опять сигнализация. Не бойся. Страшно. Нет, чувак, я тебя пропускаю. Вперед, езжай. Все равно ты накосячишь там, я тебя сделаю.
А у него машина быстрее, обратили внимание? Да, потому что я ее выбил за миссию. А, поэтому ты... А, видишь, разработчик делал так, чтобы читерски можно было выигрывать. Я все понял. Все, я тебя не догоню уже, у меня машина медленнее, чем у тебя. Вот это мне не нравится в GTA 5, что если у тебя есть бабки, ты за донат можешь себе купить все. А я просто прошел миссию. А я мимо трассы прыгнул, представляешь? Ну все, Гусанек, ты будешь первый 100%. Я третий! Да ладно, а че я промахнулся там? Я так и не понял. Что у меня с камерой? Да, она тут как-то очень странно ведет себя, эта камера. Так, ну ладно, давайте уже хотя бы не третьим, четвертым хотя бы приехать надо. Это я четвертым. Ой, четвертым, вторым. Ой-ой-ой, вот сейчас было эпично. А тут ты там сверху, да, прыгаешь? Не будешь вторым. Я не буду вторым? О, вот это сейчас зря ты сказал. Сейчас ты там накосячишь. Так, все, я вас подожду. Подождешь нас? Да. А, ну давай. Меня подожди еще. А кто это едет? О, я вижу, как чувака понесло. Блин, ну его-то понесло, но это никак не сыграло роль. Блин, я третий. Да я поддался. Я поддался там. Если понравилась эта серия и эти гонки в GTA 5, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.